Cousins. Glad to have you with us. If you weren't here for the action yesterday, the first one was a thriller. Princeton and Penn, the Quakers on their home floor, led for all 40 minutes of regulation. And it was Princeton in overtime that emerged the victor, thanks to Miles Stevens. And the oldest rivalry in this league, Harvard and Yale, renewed it. It was a fantastic game. Bryce Aiken, the freshman for the Crimson, had 28 points, but crucial turnovers down the stretch. And another freshman, Mie Oni, check that out. Looked like Jason Tatum the other day. Just like Jason Tatum will be a lottery pick. Aiken heartbroken, and the Bulldogs move on. So it's Princeton that comes in with an 18-game winning streak, second longest in the country. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы с вами находимся сейчас на баскетболе, причем достаточно странном баскетболе, ибо вы прекрасно все знаете, что у студентов есть такая штука. Вот ты играешь в баскетбол, тебе дается баскетбольная стипендия. Лига Плюща — это единственная лига, единственные команды, которые объединены в эту лигу, где за обучение все равно ты платишь. Нет, ты платишь меньше, но ты все равно платишь за обучение. Как это ни странно звучит. Ну и сейчас мы с вами видим финал Лиги Плюща. Это первый плей-офф вообще за всю историю этой Лиги Плюща. И вот смотрите, очень интересный момент. Университет, где родился американский футбол, играет сейчас Йельский университет. Университет, который первый из университетов играл в бейсбол, Йельский университет. И университет, который разработал такую интересную тактику, как принстонское нападение. Ну и вы понимаете, что это принстонский университет. Так что очень интересный матч нас с вами ожидает. Но на самом деле, я бы привлек ваше внимание именно к принстонской команде. Ой, к принстонской, да, безусловно, но к Йельской команде, наверное, поначалу. Потому что Йельская команда — это прошлогодний участник мартовского безумия. Вот так, ни много ни мало. Это команда, которая в прошлом сезоне играла в мартовском безумии. И, в общем, неплохо там достаточно смотрелось. Ну, не знаю, как вам, мне, по крайней мере, понравилась очень команда, которая называется Йель Бульдогс, если я не ошибаюсь. И Йель играет в темной форме. Ну и, собственно говоря, в этой команде есть человек, который действительно должен, по крайней мере, в какой-то степени ваше внимание к себе привлекать. Ну, есть такие люди, которые привлекают к себе внимание. И получается так, что вот его сегодня, правда, нет, у этого человека. Я напомню, что речь идет о Макае Мейсоне. Макай Мейсон – это как раз тот самый человек, который в прошлом чемпионате стал таким лидером Йельского университета, вообще команды Йельского университета, которую я весьма неплохо смотрел. Ну, опять, в процессе этой трансляции я обязательно расскажу, что да как. И как эти команды выступали в прошлых сезонах. Пока же скажу, что Мич Хендерсон – это тренер Принстонского университета. То есть тренер команды Принстон Тайгерс. Она в белой форме. И Джеймс Джонс – это тренер Йельского университета. Йель заканчивает этот чемпионат. 18 побед и 10 поражений. Вот. И если говорить про Принстон, то Принстон заканчивает чемпионат очень хорошо. 22 победы и 6 поражений. Соответственно, полуфинальные матчи Йель выигрывает у Гарварда 73-71. Дело в том, что вот плей-офф Лиги Плюща – это тоже такая интересная штука. Изначально ведь как здесь было? Если ты выигрываешь регулярный чемпионат, никакого плей-офф. Вот, все, что есть, то и ты попадаешь в мартовское безумие. Ну, так было достаточно долго. Вот. И, наконец, вот получается, вот она Лига Плюща, которая сдалась. И впервые она проводит плей-офф. Что такое плей-офф Лиги Плюща? Это, в общем, тоже такая достаточно особенная субстанция, потому что в рамках оной получается, что играются только полуфинальные и финальные матчи.
Ну и, соответственно, полуфиналы, как я уже сказал, выиграли вот Йель и Принстон. Итак, что же все-таки по Йелю? Макай Мейсон, третьекурсник, он, в общем-то, играл. То есть он был заявлен на этот чемпионат. Но Макай Мейсон этот сезон пропустил. Да? То есть вот он был заявлен как 11-й номер. И вот опять же, как третьекурсник. Но вот он, к сожалению, пропускает этот сезон. Я так понимаю, что он получает год eligibility, да, то есть возможность восстановления, если хотите. Ну и в итоге он, по всей видимости, будет играть в следующем чемпионате. Ну, кто знает, может быть, Макай Мейсон попадет в NBA. Но пока вот из Лиги Плюща, если говорить про Лигу Плюща, то вот Макай Мейсон из последних игроков — это тот, кто может действительно попасть в NBA. Что касается Принстона, то команда последний раз попадала в мартовское безумие еще при тренере Сиднее Джонсоне. Было это в сезоне 10-11. Впрочем, опять же, в этом чемпионате, то есть вот в этом плей-офф, команда очень быстро проиграла Кентаки. Однако кентакийцам Принстон навязал какую-то борьбу. И тогда Кентаки выиграл с разницей всего лишь только в 2 очка, 57-59. И, соответственно, тогда в команде в этой играли такие люди, как Дорун Лэм, как Брэндон Найт, как Теннант Джонс. Ну, впрочем, не самый сильный состав Кентаки, если брать вообще все составы Джона Калипари. Йель, если напоминать историю Йеля, вот именно как команда, которая участвовала в мартовском безумии, в прошлом чемпионате Йель попадает в это самое мартовское безумие. Команда играет против Бейлора в первом раунде плей-офф. И команда выигрывает. Вот это очень важно. Команда выигрывает у Бейлора со счетом 79-75. Макай Мейсон тогда 31 очко набрал против Бейлор Бирс. Ну и в итоге во втором раунде Бейлор проигрывает Дюку. Но, однако, Дюку там долгое время команды шли очко в очко. Но вот у Макая Мейсона игра не пошла. И 8 очков набирает Макай Мейсон. Собственно, на этом и заканчивается песня «Йель Бульдогс» в этом плей-офф. Ну и вот то, что мы сейчас с вами видим, мы можем говорить о том, что Йель, ну, в какой-то степени, это команда, которая умеет играть матч плей-офф, если, вот, можно даже так, наверное, говорить, да, то есть умеют они играть матчи плей-офф, матчи какие-то турнирные, и это, безусловно, очень важный момент. И поэтому Йель, конечно, это достаточно страшная команда для любого из соперников, будь то там топовые конференции, но видите, как оно играет, оно все-таки играет. В нынешнем чемпионате, если смотреть на Йель и связано, Йель проигрывал командам топовых конференций, прежде всего выиграл Вашингтона в самом первом матче, но, однако, проиграл и Вирджинии, и Питтсбургу, было такое. А вот если внутри конференции, то два поражения от Принстона были. Причем первое поражение дома 58-66, и второе поражение от Принстона было в гостях 52-70. Небольшая пауза, после чего ESPN's exclusive presentation of college basketball is brought to you by Citizens Bank, presenting partner of the Ivy League basketball tournament. Нам показывают уже Джереми Лин, Билл Брэдли, кстати, из Принстона, Мэтт Мелани. Ну и люди, которые когда-то вот играли за Принстонский университет. Это сборная всех времен народа. Кстати, по поводу стартовых пятерок тоже быстро скажу. Йеля Блейк Рейнольдс, Сэм Дауни, Энтони Делиер, Трей Филс и Мие Они. Вот так вот зовут игрока, защитника.
Что же касается Принстона, Спенсер Вейтс, Стивен Кук, Пит Миллер, Дэвин Кеннеди и Майлз Стивенс. Это вот стартовая пятерка этой команды, которая вышла играть в белой форме сегодня. Так, ну и... Значит... Становится счет. Видите, как уходит вперед команда Йельского университета. И сейчас вот уже все-таки 7-5. Будет штрафные. Это Стивен Смайлз бросает. Вот, и, собственно, попадает он. Ну вот, тем временем, Ларри Лючино, Джон Роджерс, Арни Данкан, Чарли Бейкел и Билл Брэдли. Это все... По мнению одного из комментаторов, это сборная команды Ivy League, если брать вообще. Сборная, что называется, сборная вообще. Ну, почему бы нет? Ну, за всю историю. Почему бы нет? Хотя в этой сборной, собственно, вы видите, что там только две команды имеют место в этой сборной. Да? То есть это Гарвард и это Принстон. Ну, да, возможно, так оно и должно быть. Так, ну что, давайте дальше посмотрим, что у нас, собственно, здесь будет в этом матче происходить. Ну, пока вот вперед. Пока Принстон старается играть быстрее, нежели чем соперник. Вот бросок неточный. Ну и сейчас вот Миллер попытался, и у него тоже не слишком получилось забросить. 7-6 по-прежнему. Энтони Дейлер. 4 подбора и 2 набранных очка вот сегодня. Давайте еще раз посмотрим за вот этим проходом. И на самом деле здесь уже хороший блокшот на самом деле. Так вот, интересно то, что мы с вами видим вот этот турнир Лиги Плюща из такого дворца спорта, как Палестра. И этот вот дворец спорта, который называется Палестра, он находится в Филадельфии, штат Пенсильвания, то есть вот именно здесь мы с вами. И получается так, что это дворец спорта, который вмещает не так много народу, 8 тысяч небольшим человек. И принадлежит этот дворец спорта команде Пен. С 1927 года здесь играет команда Пен, просто Пен Юниверсити. Есть Penn State, который в Big Ten играет, но это несколько другое, да, то есть это Пенсильванский государственный. А есть вот университет Пенсильвании, просто это вот как раз тот самый, который в Лиге Плюща играет, выставляет свои команды именно в Лигу Плюща. И вот здесь мы с вами в этом дворце спорта как раз и находимся. Прикасаемся, так сказать, к старине. Открыт был этот дворец спорта не далее, как 1 января 1927 года. И вот тоже очень интересный момент, что фундамент этого дворца спорта был заложен не далее, как весной 1926 года. Представьте себе, вот пусть это и маленький, но достаточно уютный, если вы просто посмотрите дворец спорта. Так вот, он был заложен, как вы видите, весной 26-го и построен в 27-м году.
Итак, 7-6 по-прежнему, да, то есть, казалось бы, ничего не происходит. С другой стороны, происходит достаточно много борьбы, что интересно, безусловно. Но смотрите, какая штука, если бы мы с вами вот получили там Макая Мейсона того же, да, то в принципе, было бы интересно. Было бы интересно посмотреть на него как на хорошего, действительно классного исполнителя. Вот это очень важно. Но он 8 ноября 2016 года, прямо вот перед началом сезона, он сломал свою стопу. И в итоге пропустил весь этот сезон целиком. Я так думаю, что следующий год для него будет только третьим курсом здесь вот на этом этом поприще баскетбольном. Хотя ему уже вот 21 год, и он является американцем и немцем в одном лице. В одном лице, то есть у него двойное гражданство, американское и немецкое. Ну, про Макая Мейсона, наверное, уже не стоит больше говорить. Он лидер команды Йельского университета. Ну, наверное, не более того. У нас небольшая пауза снова. Ну вот, посмотрите, очень интересный вообще момент, что давно мы с вами не видели, чтобы женщина, это Робин Харрис ее зовут, эту женщину, да, так вот она руководитель вот этой самой Лиги Плюща, исполнительный директор Лиги Плюща, Робин Харрис, женщина. Ну, надо сказать о том, что все команды, которые здесь, то есть все университеты, которые здесь есть, они располагают командами практически по всем видам спорта, которые есть, да? И в чем тут дело? Дело тут в том, что какие-то команды играют в высшем дивизионе, как вот баскетбольные, там еще какие-то команды по лакроссу, безусловно, там еще можно что-то найти. Ну вот вы видите, да, что конференция была образована в 54 году, 579 индивидуальных национальных чемпионских титулов, 287 командных титулов, и вот 35 команд у каждой школы. Ну, вы знаете, что NCAA поддерживает 28 видов спорта, может быть, чуть побольше сейчас, может быть, 30 даже. Но здесь идет речь именно о командах как по женскому, так и по мужскому спорту, да. То есть здесь, безусловно, есть и бейсбол, здесь, безусловно, есть и американский футбол, но давайте тут говорить о том, что вот эта женщина, Робин Харрис, она не просто так здесь сидит. Дело в том, что вот все-таки решили впервые в Лиге Плюща провести плей-офф. Да? То есть вот насколько это хорошо или насколько это плохо. Вы знаете, вот тоже очень интересный момент, если так отвлекаться немножечко. Ну, 9-8 счет, и пока, в общем, никто не убегает в какой-то рывок. Так вот, знаете, в чем здесь собака порылась? Собака здесь порылась, собственно, вот в чем. Оказывается, это было опубликовано, такие данные были опубликованы на прошлой неделе. Оказывается, NCAA подошли вот к этому сезону с потерями. Ну, не подошли к этому сезону, а по итогам вот этого сезона. А данные эти на конец февраля, вот так вот. Так вот, по данным на конец февраля, NCAA, они вот к этому сезону, они подошли с потерями, причем с финансовыми потерями. И вот это как раз, возможно, и не слишком хорошо. И тут, конечно, нужно разбираться вообще, что случилось. Я не думаю, что здесь как бы вот коррупция, но, по крайней мере, мне кажется, что здесь, ну, некоторые аналитики, ну, раз уж мы сейчас с вами еще к тому же общаемся с такими топовыми вузами, где очень много математических исследований, экономических и так далее. Так вот,
многие эксперты, и я здесь с ними согласен, они начинают говорить про какую-то уж слишком жесткую эмансипацию студенческого спорта и про то, что сейчас лига NCAA, она пытается как продать и пытается как протолкнуть именно женский спорт. Есть такое. И вот что интересно, это исследование это было опубликовано фактически под 8 и, по-моему, даже 8 марта. Даже не исследование, а вот какое-то обозрение, да, относительно вот этих финансовых потерь. И дело в том, что пытаются вот как-то в NCAA, не в обиду Робин Харрис будет сказано, протолкнуть женский спорт. Да. Нужно ли это? Вот большой вопрос. Нужно ли проталкивать женский спорт? Ну, проталкивать в плане того, чтобы пытаться его продать телевизионщикам. Кроме того, появляются какие-то дополнительные соревнования для мужчин. Кроме того, пытаются как-то продвинуть непопулярные виды спорта. И, кроме того, некоторое расширение дисциплин спортивных, оно все-таки идет. Ну, то есть количество спортивных дисциплин, оно все-таки идет. И NCAA, где, в общем-то, зрители, болельщики привыкли к каким-то традициям, да, каким-то традиционным видом спорта, новое, оно не слишком хорошо воспринимается. И поэтому NCAA вот в целом, да, а NCAA, оно, это ассоциация студенческого спорта, организаторской, прежде всего, деятельностью, являясь общественной организацией. Ну, чуть попозже я об этом продолжу обязательно. Сейчас, судя по всему, тайм-аут и закончился, и у Еля рывок 7-0, да, то есть в очередной раз Ель делает рывок. Я закончу вот про NCAA, которая ассоциация теряет деньги. И, кстати, по-моему, впервые сезон NCAA-вский, год NCAA-вский, календарный, финансовый год, если хотите, он впервые заканчивается с убытками с 2004 года, если я не ошибаюсь. Но здесь речь идет не о конкретно баскетболе, здесь речь идет не конкретно об американском футболе, здесь речь идет конкретно о всех видах спорта, да, то есть где-то виды спорта приносят очень большую прибыль, ну, да, допустим, футбол тот же самый и баскетбол тот же самый, особенно в пору мартовского безумия, но где-то, конечно, не все хорошо, да, то есть тот же лакросс, тот же легкая атлетика, да, или еще что-то, они приносят убытки. Хотя вот я, опять же, не поручусь за легкую атлетику, но, по крайней мере, есть виды спорта, которые являются в NCAA самыми настоящими пассажирами, да. Пассажирами, потому что, ну, вы понимаете, о чем. Так, 16-14 счет и 8 минут 53 секунды у нас остается до конца первой половины этого матча. И в итоге вот должны решить, что делать в штаб-квартире, которая находится в Индианаполисе. Что с этим делать? Посмотрим, опять же, что с этим делать. И возможно, что здесь должны пойти на некий такой more attractive, да? Что это значит more attractive? Большая привлекательность соревнований каких-то, да, за счет которых вы хотите сделать себе деньги. И прежде всего это этот самый more attractive. Это, мне кажется, будет в контексте американского футбола, это, возможно, будет в контексте баскетбола. Вот Лига Плюща и плей-офф, допустим, да. То есть возвращаемся к этому матчу, возвращаемся к финалу плей-офф, который вот в Лиге Плюща состоялся, плей-офф, да, и вот финальный матч играется сейчас. Но, возможно, в американском футболе будет уже 8 команд. И, возможно, что уже вот со следующего сезона будет 8 команд, а не 4. Потому что это тоже какие-то деньги. Это тоже то, что называется NCAA организовывает этот плей-офф, да? И поэтому я думаю, что какие-то реформы в NCAA, они обязательно, просто вот очень даже обязательно, они будут. И, возможно, что действительно за соревнованиями в NCAA будет следить попросту интереснее. Так, ну, тем временем возвращаемся. Я так понимаю, что вот он, Макай Мейсон, на ваших экранах, да, то есть вот в очередной раз он не играет, и да, вот Макай Мейсон. Ну, все-таки нас возвращаются к господину Мейсону, который
весь сезон провел с командой и который будет играть следующий чемпионат тоже в Йельском университете. И вот вы видите, да, по итогам чемпионата Джастина Сирса нету, Брэндона Шерода, вот я помню прекрасно, и Макая Мейсона. Причем вот Макай Мейсон — это человек, который травмирован, а Шерод и Сирс — это два баскетболиста, которые закончили образование, да, то есть вот у Йеля этого как раз не было, да, то есть причем и Сирс, и Шерод, если я не ошибаюсь, это большие, вот именно что это большие игроки, и Йелю, конечно, больших не хватает, и сегодня мы с вами это как раз очень даже видим. По итогам этого чемпионата, если смотреть на йельскую команду, ведь она финишировала всего лишь только на третьем месте в Лиге Плюща. Небольшой тайм-аут, после чего, конечно же, будем продолжать. А тем временем продолжаем. 19-14, Йельский университет впереди. И вот 7 минут остается до конца первой половины этого матча. Вот вход в трехсекундную зону, впрочем, не самый удачный, прямо скажем. По поводу Йельского университета я хотел сказать, тем паче, что ребята еще и быстрый прорыв завершили. 21-14 такой счет сейчас. Так получилось, что нынешняя конференция Лиги Плюща — это две команды, это Принстон и Гарвард прежде всего. По итогам сезона у Принстона вообще нет поражений внутри конференции. И 23 победы с 6 всего лишь поражениями у Принстона, если брать вообще. Что касается Йельского университета, то Йель 9 побед, 5 поражений внутри конференции. Кстати, очень хороший бросок сверху. Посмотрите, как в трехсекундной зоне хозяйничают баскетболисты Йеля. И сейчас вот 23-й номер забивает сверху. Под этим номером играет Джонатан Брюнер. Фрешман, между прочим. Фрешман команды. Джонатан Брюнер. 3 очка. Прекрасно. 19-23. Таков счет в этой встрече. Ну и опять трехсекундная зона, несмотря на то, что у Принстона есть и свои большие, и вроде даже не самые плохие большие. Здесь имеются... Ну вот, потеря, совершенно глупая потеря. А мы... И теряет мяч третий номер Алекс Копленд, второкурсник. Он, а тут идет тоже передача в трехсекундную зону. Точнее, даже в лицевую линию. И всего лишь шаг до кольца. 23-21. Уже Принстон, который забыл лик своего отца. То бишь, забыл, что такое принстонское нападение. Ну, то, что мы с вами видим сейчас, все-таки это не принстонское нападение ни в коем разе. Вот. И сейчас вот Копленд... Попытка войти в трехсекундную. Опять же, оттуда идет бросок. Копланд себе вроде как обеспечил позицию. И с разворота, как-то американцы говорят, фейдуэй, бросает, ну, не попадает он. Так, Принстон в позицию центра идет, скидка. Заслон наверху. Пик-н-пап не разыгрывается. Ну, собственно, центровой здесь не бросающий в этой команде. И 23-21 по-прежнему. Йель атакует. Они с мячом. И 3 очка. Впрочем, не самый хороший бросок, давайте уж честно, был у Джордана Брюнера. Ну и еще одна трех, которая тоже, в общем, не впечатлила. Опять подбор в нападении. Йель работает сейчас. Начали... куда быстрее работают баскетболисты Йельского университета. И в итоге мяч уходит. А уходит он как раз от Принстона. А точнее, если быть, в 15-го номера Принстон Тайгерс, которого зовут... скорее даже 25-го, да? 10-го номера Принстон Тайгерс от Спенсера Уэйтса.
Спенсер Уэйтс, кстати, 10 очков в среднем за игру набирает. У Принстон нету, наверное, ярко выраженного лидера. Есть сразу два баскетболиста, у которых более 13 очков. Это Стивен Кук, кстати, очень неплохой старшекурсник и еще там уже форвард. Кроме того, есть Дэвин Кеннеди. Вот Дэвин Кеннеди – это тот человек, который играет с некоей зависимостью, я бы сказал так. Да? Дело в том, что Кеннеди зависит абсолютно от того, с какой ноги он встанет. Вот он встал с правой ноги, видимо. Ну, все пошло, абсолютно все пошло. Дает он с левой ноги, ну, абсолютно ничего не идет. Ну, вот я бы сказал так, это бывает. Безусловно, это бывает. Тем временем Принстон 18, Вермонт 21. Это победная серия в конференции, победная серия внутри конференции. Вот это нам и показали. Сейчас Принстон тоже одна из команд, которая достаточно много побеждает внутри своей конференции. Причем здесь не считается то, что происходит вне конференции. Здесь это абсолютно не идет ни в какой зачет. Но в то же время считается то, что происходит внутри. Что касается господина Кука, да, обратите внимание, 25-й номер. Вот действительно, кто в последних матчах очень неплохо выглядит. И тут в качестве иллюстрации стоит обратить внимание именно на последний, действительно, матч. На последний матч, в котором Кук играет против как раз Гарварда, против такого принципиального весьма соперника, и весьма неплохо. Вот опять Кук сейчас попадает 3 очка, и Принстон выходит вперед. Естественно, что тайм-аут берет Йель. Ну, 3:46 остаются до завершения первой половины. У нас еще один тайм-аут будет в самое ближайшее время. Давайте посмотрим, во что это превратится. Так, ну, мы тем временем с вами наблюдаем за тем, как Кук набирает какие-то очки, что, безусловно, очень важно. Так, и вот очки из трехсекундной зоны. Видите, как Йель оккупировал, скажем, трехсекундную зону, но, однако, все равно это как-то особо ничего не означает, я бы сказал так. Тем временем сейчас Кук с мячом. И 3 очка. Которые, впрочем, ничем не заканчиваются. Очень хорошо. На движении он уходит, да, и заходит в трехсекундную зону. Сейчас ему результативная передача, да, безусловно. Это прекрасно, что Кеннеди попал. Ну и
что у нас получается? Получается-то у нас, что Принстон 29-27. Надо бросать. Оставалось мало времени на бросок у Йельского университета. Сейчас Кук снова с мячом. Опять Кук. А Кук может и бросить, в принципе, да? То есть у него вот сейчас скидка на Кука могла бы быть. И тут же бросок издали. Принстон 15-4. Такой рывок этой команды до последней минуты. Ну вот еще и у Йеля не получается бросок с дальней дистанции. Бросок хороший, подготовленный бросок. Но вот не выходит и не выходит. Сейчас Йель по-прежнему атакует. 29-31 счет, и Йель может сравнять, если что. Через двойной заслон сейчас попытался пройти в трехсекундную зону, зайти в трехсекундную зону первый номер Энтони Дельер. Потери. Кстати, обратите внимание, да, то есть первая половина уже заканчивается, всего 9 потерь на двоих, да, и 4 одна команда, и 5 другая команда. Трешка не получается сейчас, не летит трешка у Принстона, и в итоге мы с вами остаемся на большой перерыв, после которого, конечно же, безусловно, продолжим. It's Champ Week on ESPN, and you're watching the Ivy League Basketball Tournament presented by Citizens Bank. They call me the game saver. Hit y'all with the game breaker. Очка набирает Амир Белл. И, в общем-то, Амир Белл, он, получается, что...
Амир Белл, получается, что сегодня пока еще не дошел, так сказать, до своей нормы по результативности. Начинаю смотреть вторую половину матча между Принстоном и Йелем. Ну и пока Принстон впереди 31-27. Йельский университет, как это и было предсказано многими многочисленными букмекерами, проигрывает в этой встрече. Я так думаю, что не все вот настолько однозначно плохо. Наоборот, я бы даже сказал, все даже весьма хорошо в нашем матче. И давайте посмотрим, что же будет сейчас. Вот три очка сейчас. Еле не получается. Впрочем, подбор нападения. Нападение у Еле остается. Так, и вот он трехочковый сейчас. Тридцать один пользу Йеле сейчас буквально. Так, ну а мы с вами видим, это вот как раз статистика первой половины. Ну и несколько слов еще и от себя скажу, тем более, что как раз очень хорошо статистика ложится. Так вот, если по статистике у Йельского университета 40% с игры, у Принстона 44%. Попадание с дальней дистанции у Принстона 4 из 12, у Йеля 3 из 9. Но, однако, это сопоставимые весьма цифры. Ну и, кроме того, лидеры по набранным очкам у Принстона это у Йеля, прошу прощения, это Сэм Дауни, у которого 8 очков. Ну а вот у Принстона это с теми же 8 очками Майлз Стивенс. А вот Стивен Кук, если смотреть, он провел 15 минут на паркете, он попал 2 из 4, и он набрал 7 очков. И два персональных замечания. 7 очков, 2 передачи и 2 подбора. По подборам у Йеля по итогам первой половины все-таки преимущество имеется. Небольшое, но имеется. Принстон довольно неплохо коллективно так вот работает на щите. И вот сейчас мы с вами видим, как судьи просматривают момент. Что собственно, было и к чему и нас сейчас будут подталкивать своим решением. Все-таки персональное замечание. И сейчас будут штрафные броски. И Майлз Стивенс будет бросать с линии штрафного. Хендерсон на ваших экранах. Знаете, очень интересно. Ну, сейчас мы видим, что Принстон сравнивает счет. Очень интересно. Знаете что, друзья? Собственно, а что в итоге? Что в итоге? Что в итоге нам с вами ждать от той и другой команды в плей-офф? На самом деле, вот Лига Плюща, ну, казалось бы, ну, здесь собраны не самые сильные коллективы. Если уж на то пошло. Не самые сильные коллективы. И вот в этом ключе давайте вот о чем говорить.
они постоянно удивляют. Ну, то есть, постоянно, когда смотришь на выходцев, так сказать, из Лиги Плюща, то эти выходцы из Лиги Плюща, они как-то вот постоянно удивляют. И удивляют своей, прежде всего, таким своим слаженным баскетболом, который обычно... не то чтобы неожиданен, нет, ни в коем случае, но этот баскетбол, такое впечатление, что он идет тут какой-то вот баскетбольной философии, которую преподают тренеры, руководящие командами Лиги Плюща, ведь исполнителей здесь не так много, кстати, попадает прекрасно, в дальней дистанции бросок проходит, 32-38, Принстон уходит в небольшой отрыв сейчас, 38-32. И вот надо здесь, наверное, смотреть прежде всего, а что нам ждать либо от той, либо от другой команды. Ну, что касается Еля, то, наверное, все-таки здесь не стоит ждать ничего такого большого и хорошего. Все-таки, да? Потому что нету, действительно нету лидеров. И вот опять Ельский университет... Об этом будем говорить уже после паузы. The lob. Barton, the finish. Iowa State. They're Big 12 champions. And the Duke Blue Devils win four games and win this tournament. Arizona wins the Pac-12 tournament championship. I'm really proud of our team. I saw how together we were and how tough we were tonight. Pac-12 и Jacksonville State выигрывает Огайо Вэлли, Северный Кентаки выигрывает Лигу Горизонта, Северная Дакота выигрывает конференцию Big Sky. US Davis при счете, там, по-моему, 50-42, итоговом счете 50-42, выигрывает конференцию Big West. Так что, кстати, US Davis будет играть вообще в первой четверке. Он будет играть, US Davis будет играть в первом раунде. Представьте себе. Ну, а тем временем давайте, собственно, смотреть. Давайте смотреть. Так. На то, как Ель бросает и плохо бросает издали. Да, подбор в нападении, но вот однако 38-34 все-таки, давайте тоже по-честному, не все получается. Действительно, просто не все получается у ельской команды сейчас. С того, что она хочет сделать. Кеннеди, 3 очка, очень неплохой бросок. Тем временем Кук получает мяч. Вот от Кука я жду наибольшей опасности. Причем наибольшей опасности я от него жду как и в этом матче во второй половине. Играть еще во второй половине достаточно много. Так, впрочем, я жду от него очень большой опасности для любого из соперников. И в мартовском безумии, если команда все-таки туда попадет, если команда выиграет вот эту встречу, финальную встречу конференции Ivy League. Очень неплохой Кук. И в этом сезоне, если смотреть, опять же, на вот такую обобщенную, так сказать, статистику, у, значит, Кука 13,6 очка за игру, и Дэвин Кеннеди у него 13,7. Кук – это старшекурсник. И Куку, в общем, идти дальше некуда, да, то есть либо он пойдет в американские сенаторы, как Билл Брэдли в свое время из Принстона, напомню я. Так вот, либо как Билл Брэдли пойдет в американские сенаторы, а может быть в президенты, кто знает, либо он пойдет все-таки в NBA и, может быть, там поиграет. Ну, Билл Брэдли тоже. И не будем об этом забывать.
39-44 у нас тем временем. Так вот, и Кук здесь, в этой команде, все-таки он такая вторая скрипка, но, однако, это вторая скрипка с такими, знаете ли, расширенными, что ли, полномочиями, да, то есть человек, который может очень многое, да. Скажем так, даже не может очень многое, а на очень многое он имеет право. Вот это, безусловно, очень важно, да, на многое имеет право. Он имеет право там с мячом что-то делать или еще что-то в этом, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это еще один лидер в команде, да, то есть это не тот игрок, которому подносят снаряды и так далее, это тот игрок, который вполне может брать ответственность на себя за последний бросок. Кроме того, он, как и Дэвин Кеннеди, они прекрасно защищаются, ну, для своей конференции уж по крайней мере. А вот что будет в мартовском безумии, здесь уже, что называется, посмотреть. Вообще, успехи Принстонского университета, они как-то вот уже померкли в базе, так сказать. И последний раз, когда за пределы второго раунда выходила команда Принстона, это было 66-67 года. Ну, а кроме того, вспомним сезон 64-65, когда команда дошла до национального полуфинала. ESPN's exclusive presentation of college basketball is brought to you by Citizens Bank. У нас тем временем как раз и показывают фотографии из этих самых старых времен, времен славы Принстонского университета, в частности. Продолжаем смотреть финал Лиги Плюща, и пока здесь 47-39. Так вот, все-таки возвращаемся в истории back to the... Нет, не назад в будущее, назад в прошлое. Скорее, 65-й год, ну, конечно. И здесь Принстон играет в мартовском безумии, и Принстон выходит в финал четырех. Тогда, кстати, по формату финал четырех получается, что был еще национальный матч за третье место. Принстон тогда, кстати, занял третье место и закончил этот турнир, турнир мартовского безумия. Принстон закончил победой, представьте себе. Но от третьего места позже решили отказаться, но, собственно, не суть важно, решили отказаться, не решили. Третий матч за третье место – это так называемый финал лузеров. Ну, вы сами все прекрасно понимаете. Но, как бы то ни было, вот тогда Принстон дошел до полуфинала национального и проиграл Мичигану со счетом 76-93. И вот тогда как раз, ведь Принстон играл в тот самый формат принстонского нападения. И тогда Бач Ван Бреде Коуф был тренером Принстон Тайгерс. А Билл Брэдли в матче с тем самым Мичиганом, он набрал 29 очков и сделал 7 подборов. Но на самом деле у Мичигана тоже было чем ответить. И в частности, Кази Рассел. Вы должны помнить имя этого игрока. Он в свое время выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. И вот этот самый Кази Рассел, он получается, что... весьма неплохой баскетбол показывал. Тем временем, еще два года спустя, в 67-м году уже, команда, вот, последний самый высокий забег, последний раз команда выходит за пределы, так сказать, первых двух раундов мартовского безумия. И команда проигрывает в раунде под названием Sweet 16. Северной Каролине. Ну, тогда уже Северная Каролина была с Дином Смитом, если я не ошибаюсь, со счетом 70-78. И получается следующее, что тогда ведь за Северную Каролину так и не играли какие-то суперзвезды. Но, однако же, все-таки это 67-й год.
Окей, давайте смотреть. 49-39. Принстон взял лидерство и уже 10 очков. Сейчас бросок, хорошо. И со средней дистанции. Сейчас. Ель. Да. Довели мяч до трехсекундной зоны. Хороший был пас в трехсекундную зону на вход туда. Ну и в итоге 52-41. Сейчас персональное замечание. И будут пробиваться штрафные броски. Ну а пока мы видим, как Кеннеди бросает и как Кеннеди попадает издали. 52-41, еще раз повторюсь, 11 минут и 19 секунд остается до конца, второй половины. Итак, штрафные как раз с этого момента поподробнее. Мы вот с этого момента и начинаем. Первая половина у Принстона 31 очко, во второй половине уже 21. 7 попаданий из 9 бросков. Это, по-моему, абсолютно прекрасный результат. Вот здесь вот уже хорошо. В защите хорошо отыгрывает ельская команда. Вот сейчас Ель возьмет в защите, упрется, и Принстону просто ничего светить не будет. Тут же, кстати, Кук. Вот 52-42, в любом случае 10 очков разница. И в любом случае мы с вами... Мы с вами видим... Кука. Который, видите, сам себе бросок пытается организовать. Увидел, что не получится. И тут же... Бросок идет со средней дистанции у пятого номера Принстона Амира Белла. Опять Кук. Кеннеди. Амир Белл снова мяч получает. Но Амир Белл сейчас не будет атаковать. Это 100% Кук с мячом. Вот здесь вот уже... Хотел сказать, вот здесь вот уже Кук начинает. Нет, еще пока ничего он не начинает. Кеннеди бросает 3. И Кеннеди в дальней дистанции сейчас не точен. Тут же Ель работает в нападении. Смотрите, Ель трехсекундную зону снова штурмует. И в итоге-то все удалось как нельзя лучше. Да? То есть вход трехсекундную, там, Томас Райан, по-моему, это был. Так вот, Томас Райан, он в трехсекундную попал, номер 34. И, казалось бы, уже начал продавливать своего соперника. Скидка идет на трехочковую. Там уже
свободный открытый бросок. Так, ну сейчас. Вот мы видим, как накрывают Спенсера Уэйтса, который проходил под кольцо, да, который попытался бросить из-под кольца. Ну, слишком хорошо у него получилось, что-то говорить. Кук забирает мяч на щите на своем. Мячом сейчас все тот же Кук пытается. Нет, он не находит себе возможности даже куда-то пройти. Вот опять надо мяч переводить на Кука, но... Однако трехочковый влетает, и мяч даже до Кук не нашел, что, безусловно, очень даже неплохо получилось. Весьма хороший бросок. Алекс Копленд бросает, и Копленд не первый раз. Обостряет, скажем, ситуацию. Кук, 3 очка. Еле как раз весьма неплохо получается. Лук. Вейтс опять с мячом. Вот, наконец-то мяч у Кука. Кук бросает 3 очка, но тут уже кольцо просто выплевывает эти 3 очка. Уэйтс, неплохо. 2 очка, очень хорошие 2 очка. И за 6 минут 26 секунд будет у нас небольшой тайм-аут при счете 60-49. И пока выигрывает команда из Принстона. Вот обратите внимание на то, как парни в белой форме, то бишь команда из Принстона, как она вот именно задает заслоны, создает заслоны, задает заслоны для дальнейшего прохода и так далее. У нас тем временем Копленд бросает, но это такое излишнее
ненужный бросок, я бы сказал так. Дэвин Кенди 4 очка и 9 очков, 4 подбора. Вот уже. Бейс. Кеннеди. Кеннеди 3. Не попал. For the Bulldogs, number 23, Jordan Bruder is back in the game, replacing Blake Littles. Вот. Видите, как мужчины, то есть селекшн шоу, то есть селекционное шоу, так сказать, для мужчин это вот прямо сейчас, прямо в этот день, а вот дальше женщины будут. Это уже понедельник, у женщин будет такая же вот сетка сформирована, сетка трех, сетка их женского мартовского безумия. Ну и посмотрим, насколько женщины хороши, так сказать. Ну, а мы тем временем видим, как Принстон разбирается с соперником, да, то есть вот чувствует Амир Белл, что у него... Майл Стивенс, прошу прощения. Чувствует Майл Стивенс, что у него вот как-то вот у него получается. И на самом деле бросает, и что самое главное, бросает, он действительно уверен в том, что попадет. Он очень уверен в себе. Это как раз очень важно. Кеннеди сейчас с мячом. Ель уже проигрывает 12 очков. Хорошо, Кук, молодец. 2 очка, очень мягкий фингер-ролл. Фингер-ролл, получается, что Кук-то как раз очень неплохо исполняет. И это его вообще основной тип броска, если говорить об игре Кука под кольцом. Сейчас бросок. Ель продолжает. И, нет, не все штрафные залетают. По подборам, кстати говоря, эти и другие собрали 29 отскоков каждая из команд. Нет, Амир Белл не попадает издали. Так, а вот здесь вот, здесь действительно уже хороший был пас. Хороший пас под кольцо и хороший пас на Сэма Дауни, который он мяч принял, но, опять же, он обработать, я бы сказал так, что обработать его хорошо, обработать его не смог. И
Итак, Лига Плюща завершает уже свой финальный матч, свой первый в истории Лиги Плюща финальный матч. Почему завершает? Потому что времени остается только около 4 минут. И не в том дело, что я знаю имя победителя. Нет, конечно, ведь игра-то еще продолжается. Но факт остается фактом, что вы все здесь сами прекрасно видите. Итак, поехали. Давайте смотреть на Майлза Стивенса, который проходил под кольцо. Ну, видите, как Майлз Стивенс сейчас получает фол. Точнее так, на нем фолят, и Майлз Стивенс будет бросать с линии штрафного. 65 на 52, 3 минуты 33 секунды. Очень символично, сколько времени осталось. Ну что же, Стивенс бросает первый штрафной, и у него не получается. Еще один бросок. Смотрите, у Стивенса два штрафных не залетели в корзину. Это действительно не слишком хорошо, особенно при той концовке, которую может устроить Йельский университет. А действительно, они там сейчас им уже отступать-то некуда. Сейчас просто возьмут и корзину соперника сбросают трехочковыми бомбами, да? И чем это все дело закончится, а если пойдет, а если полетит кольцо, ну, тогда уже, что называется, пиши пропало. Так, по трехочковым 6 из 19. У Еля это не хороший показатель, прямо скажем. Энтони Далья на ваших экранах. 5 очков и 3 персональных замечания у Энтони Далья. Так, а вот и у Принстона мы с вами видим человека, который, ну, опять же, судя по тому, какой счет, Принстон выйдет в мартовское безумие, да? И это Кук, тот самый Элджин Кук, который, видимо, будет лидером, видимо, будет вообще главным игроком, который, собственно, и поведет команду за собой. Если честно, я не слишком верю в Кеннеди, но зато я верю очень в Кука, потому что уж очень нравится мне вот баскетбол, который Кук показывает. Только единственное, что, конечно, Куку надо быть, ну вот, если вот только этим матчем пользоваться, а вообще так я смотрел матчи 7-8 Принстона в этом сезоне. Так вот, если пользоваться тем, что, вот, кстати, Каруза, да, Генри Каруза нету у Принстона, и Хэнса Брейса нету. И вот травма пальца у Каруза и травма колена у Брейса. Впрочем, нам не показали. Не показали нам один такой очень важный фактор, а, собственно, вот Спенсер Уэйтс ушел. Какого они года? Какого-то другого. Сейчас я думаю, что вот я наверстаю. Брейс — это старшекурсник. Каруза тоже старшекурсник. Да. Карус 9,5 очков, Брейс 6,4 очка в среднем за игру. Но зато появился Стив, я сказал, Элджин, Стивен Кук, конечно же. Ну вот опять, Куку надо быть понаглее. Особенно это будет ощущаться в мартовском безумии, если туда все-таки именно Принстон попадет. Но судя по счету и судя по времени тому, которое осталось, по всей видимости, именно Принстон туда и попадет. Сейчас как раз концовка проходит, и чем дело закончится, пока это не слишком понятно и не слишком известно. Меньше 2 минут остается у нас здесь на паркете смотреть за
ухищрениями команд, чем Йель даже не фалит. Хотя, с другой стороны, куда фалить? Плюс 11. Это и просто усугубить, если что. Странно, у Уэйса, по поводу Уэйса говорили, что уже получил пятое персональное замечание. Однако нет, однако он играет. Это он сейчас бросал под 10-м номером. Спенсер Уэйс. Ну и, если честно, достаточно странный момент с той точки зрения, что, ребята, ну, вы же его уже удалили, господа составители трансляции. Вот пока, как вы видите, играет и, в общем, даже пожинает плоды своей игры какие-то. Копленд. Ну вот опять Йель сейчас пытается организовать что-то, но если есть такой исполнитель, как Копленд, ведь у Копленда в этом сезоне почти 13 очков в среднем за матч, да? И кому как не Копленду сейчас в конце наплевать абсолютно бы на всех. И почему бы именно Копленду бы не организовать обстрел кольца? Кольца соперника, и вот именно Копленд может вполне этот обстрел и вести на регулярной, скажем, основе. Минута и 31 секунда остается у нас. Бросок с линии штрафного. Минута и 31 секунда. В этом матче и у Йеля бросает Энтони Далья. Ну и, кстати, Далья это старшекурсник. Вообще сыгрался последний матч. Последний матч в этом сезоне. Ну, в этом сезоне. Вообще в своем сезоне, в своей карьере. И в дальнейшем Энтони Далья. Тоже брекетология – это наука о сетках плей-офф, наука о сетке студенческого плей-офф, если хотите. И вот эта самая брекетология, она вот, видимо, сразу после этого матча начнется. На самом деле, образчики брекетологии смотрите, конечно, на телеканале Viasat Sport и Viasat Sport HD. Смотрите эти образчики в программе «Спортцентр». Безусловно, там до начала мартовского безумия будет все просто направлено на эту самую бракетологию. И недаром на вот этой неделе фактически программа «Спортцентр» будет выходить только в будние дни. Это очень важно. И почему только в будние дни? Да ровно потому, что выходные все будет наполнено баскетболом, как раз студенческим. И первый раунд мартовского безумия мы с вами постараемся охватить в как можно большем объеме. Какие-то матчи будут в прямом эфире, какие-то матчи будут в режиме As Live. Но факт остается фактом, что мы с вами, я так думаю, получим весьма большое удовольствие, особенно если вы любите студенческий баскетбол каким-то образом. Ну и тем временем, видите, здесь сигнализируют. Надо, давайте, ребята, и продолжим.
посмотрели все, что могли. Так, ну, тем временем у Кеннеди мяч забирают, так сказать. Так, ну и вот сейчас бросок, и в итоге 56-67. В любом случае, это 11, это разница в 11 очков. 3 очка. Вот, давайте посмотрим на то, как уже в мартовском безумии Принстон играет против UCLA. И там как раз Принстон-то и выигрывает в том матче. Но когда это было? Это ведь было очень давно. Сейчас Принстон, ну вот если смотреть на то, что сейчас происходит, Принстон-то выглядит весьма неплохо, я бы сказал. Весьма неплохо. Сейчас Копленд. Копленд проход под кольцо, и Копленд в итоге не попадает. Тут же игра останавливается, персональное замечание. И ровно минута остается до конца. До конца встречи, судя по всему, Стивена Кука удаляют. У Стивена Кука 15 очков. Стивен Кук первый из представителей стартовой пятерки, кого действительно удаляют. Да, кстати, интересно, что у Принстона два тайм-аута, у Йеля только один тайм-аут. Макай Мейсон на ваших экранах, но я так понимаю, что
Следующий чемпионат, это уже будет чемпионат с Макаем Мейсоном, и следующий чемпионат будет, безусловно, очень важен для Йельского университета, потому что снова у команды появляется очень хороший шанс попасть в мартовское безумие. Остается только представить себе, как Макай Мейсон будет тренироваться, с каким рвением, да, то есть стопу свою сломал, и сейчас-то все у него должно быть уже, наверное, даже все должно быть нормально. И значит все у него получится. Тем временем 2 очка у Принстона заходят в корзину. 71-57. И вот это уже победа. Это уже, ну, 100%, я так думаю, Принстон одержит победу в этом матче. И выйдет мартовское безумие. И вот тоже очень хороший действительно момент, потому что Принстон в этом сезоне, безусловно, всех сильнее. И в конференции Ivy League. И я думаю, что это вполне себе логично, что именно Принстон выходит туда. Очень жаль, что Йель потерял своих лидеров. И очень жаль, что Йель потерял своего лидера, вот, Макая Мейсона, в лице Макая Мейсона. У Йеля не хватает, и это действительно видно, что у Йеля не хватает исполнителей, вот просто исполнителей, для того, чтобы как-то противостоять Принстону, который, в свою очередь, напоминает машину в большей своей части. И вот сейчас уже все, Йель уже даже не фалит. 71-59, судя по всему, это будет итоговый счет матча. Мы поздравляем Принстон с тем, что команда вышла в мартовское безумие. Да, действительно, команда вполне достойная. Ну и, как всегда, от Лиги Плюща нам остается ждать только одного. Нам остается ждать каких-либо сенсаций. Ну, на что я, безусловно, очень надеюсь, что сенсации будут. И что сенсации от Лиги Плюща мы с вами увидим. Ну, точнее, от команды из Принстона, безусловно. Поздравляю Принстон, сочувствую Йелю. И с вами эту трансляцию смотрел я, Дмитрий Донской. До новых встреч. Пока.